Здравствуйте, уважаемые рыболовы! В очередном своем видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно уловистых приманках, которые я использую для ловли окуня. В данном случае у меня приманка от компании Косодака. Модель называется Микрон. Данный твистер имеет в пассивном положении длину 60 мм. В активном положении длина его увеличивается за счет вытягивания на проводке хвостовой части. Поставляется вот в такой вот упаковке. Идет в количестве 9 штук. Приманки располагаются в упаковке в некой емкости, корыте. Мне данное как бы изготовление, именно подход неких фирм, которые ложат вот такие приманки вот в такие вот емкости, как бы более нравится. Данный твистерок является съедобной приманкой. Выглядит он таким вот образом. Имеется довольно-таки упитанное, назовем его, ребристое тело. Поближе сейчас. Тело имеет цилиндрическую форму, отлично подходит для оснащения так называемой спиралькой с офсетным крючком. За счет оснащения спиральки данная приманка дольше проживет в плане крепления вот здесь именно крючка. Так как когда мы оснащаем обычным офсетным крючком, продевая его через головку, данная головка со временем разбивается. Ну, конечно, возможно, данная приманка не доживет до износа, скажем так, головной части, за счет того, что хищник может всегда у нас оторвать хвост. Ну, опять же, я предпочитаю оснащение спиральками. Хвост выглядит таким вот образом, довольно широкий, очень эластичный. Эластичность достигается за счет вот таких вот прорезов, условно говоря, и утяжеления немножко на хвостовой части. Видно, да? Игра данного твистера довольно активная, даже на самых малых скоростях проводки. Очень отлично работает по окуню. В основном я применяю его, именно этот твистерок, на отводном поводке. Также можно вполне применять на классических джиговых ступенчатых проводках, либо на равномерных проводках. На отводном поводочке данный твистер показывает очень неплохие результаты. Окунь попадается как от мелкого размера, так и довольно неплохие экземпляры зачастую проскакивают на данный твистерок. Стоит, в принципе, довольно недорого. Поставляется, опять повторюсь, в количестве 9 штук. Данную приманку я использовал уже неоднократно. К сожалению, окунь довольно часто откусывает у данного твистерка хвостовую часть. Также и щука иногда портит приманочки. Закупился вот еще одной упаковочкой. Всем могу рекомендовать данные приманки к приобретению. По окуню работают довольно отлично. Всем спасибо за просмотр. До свидания.